Привет всем, вы на канале Bear и Game. Мы продолжаем проходить мод к Far Cry, называется оно «Возвращение в рай». И остановились мы с вами на уровне, на каком-то уровне. Я не помню, как он назывался, честное слово. К нам кто-то идет или это что? Да, сыграй. Подожди. Что тебе надо подождать? Кто-то идет к нам. Да и хер с ним, пускай идет. Я ему сейчас прибамблю в зад чего-нибудь. Что это за лара? Кручка взорвется? Нет, я не буду шума наводить. Что он там все Джей жал? Очки взяли? Это очки? Вот, видишь, зеленая херня. Так я и говорю, он где-то здесь. Может быть, он даже наверху. Кто знает, где он. А, он этот, снайпер, он на крыше. Да? А куда нам валить-то, ёпта налево? Да уйди ты нахер отсюда. Но он нас пока не видит. Теперь кто-то видит, теперь не видит. Сейчас мы ему сюрприз устроим. Блин, может снайперку взять, там подстреляться хотя бы. Да ёпта... Ё налево. Ты мудак, что ли? Лестница не с той стороны еще, кабздец. Тогда не надо было сделать, чтобы он туда полз. Что это было? Давай оборачивайся быстрее, он же здесь. Ты что, мудак, что ли? Ты что здесь делаешь? Так я же тебе говорю, тут снайпер стоит. Да? Ты не поверил? А я думал, он там где-то. Что у тебя глаза черные? Что нам выкинуть? Ничего нельзя выкидывать, да? Блин, все хорошее. Все хорошее, все нужно. А что нам? Перезаряжай, да, оружие. Все надо перезарядиться, все нормально, чтобы было. Ну пойдем, херли, только здоровье. Мудак, ты долбаный! А что ты не стреляешь? Нас иногда просят. А тут две их, смотри. Что-нибудь сказать? Или привет передать, например. Никита попросил передать привет. Привет, Никита. От канала Брегейм. BREGame. Как там вниз спускаться, не знаешь? А так аккуратненько иди так и смотри только в одну точку. А что он не идет? А вот идет. Тут какая-то вот хитрая система, надо как-то очень аккуратно. Ой, кабанчик, смотри. Так ты будешь спускаться, хер? Да, мы общаемся с людьми, это как бы вот так вот. Мы не пренебрегаем комментариями, общением с вами, поэтому, если что, пишите там, будем общаться. Где избушка? Будем передавать приветы. Ай, ёб твою, налево! Пойдём тут. О, птичка где-то видел, да? Или мне показалось? Показалось. Да, показалось. Я думал, птичка. Что за мудень? По-моему, он сзади. Да? Может, вот здесь вот? Может, вот здесь. Да и пошел ты взад. Очки не хочешь испытать? Нет, не хочу. Чудодейственные. Еще я пойду туда. Хоть бы трагенов не было, ну их нахер. Ой, я думаю, здесь уровень будет у нас именно с наемниками. Да? Они так их периодически меняют, чтобы нам не так скучно. А почему аптечки не лежат? Там лежала херова туча нахрен. Здесь аптечка. Вот там точно кто-то есть. Просто одень очки ради любопытства. Как? О! Нет, не идут очки. Ты. О. Просто ты, по крайней мере, будешь знать, что он там есть. Где? Вот где-то в той стороне. Да пошел ты взад. А вон, да, отметился. А что, нам через воду, что ли, идти? Он, кстати, пожелтел. Почему? Потому он тебя что не он видит. Рядом. Пока, но... пока он тебя не видит. Да подпрыгивает и... Что это было? Сохранение, что ли? Да, одно сохранение. Одно сохранение. А чё ты не идешь? Наверх не идет? Чё ты не идешь? Я-то могу пройти.
Человек любой может пройти, а ты не можешь, что ли, зайти позорище? По мостику идти. По какому мостику? Да ёб твою налётим, есть что-нибудь такое? То есть, есть мост, а там, ну, он идет через реку. Все обычные люди идут по мосту, а Лёша вот решил пройти. Так он не идет, смотри, он вообще туда не идет теперь. Ну ты же спустился как-то. Жесть, именно одно место, где надо пройти, а я вообще не видел этот мост. Там тоже могут быть, кстати. Ну как-то пустовато, да, пока там. Кто-то замечает. Ну все, пускай замечает. Кто замечает? О, смотри, он в воде, в воде. Их двое. Танцевать даже начал. Всё, ничего нет. Джага-джага нахер. Ну шо, козлы? Замечает. Кто? Где-то он в той стороне, скорее всего. Ну, в воде же он не может быть. Значит... И он уже, походу, стреляет, да. Как такое может быть? Я его не вижу. Вот за камнем он прям стоит где-то там. Кто? Он? Да? Давай. Вот он. Вот и он. Подожди, еще один. Блин, урода. Блин, иди ты своим светом нахер. Где вы, уродцы? Да вокруг камня бегайте с ним. Вот еще один. Все. Давай, дай аптечку, пой аптечку. У тебя что-нибудь? Броничку, да. Да, броничка, а где ты? Ой, капец, ты сразу лег и накрылся. Да ну, я такой, ну, опахало. И накрыли тебя сразу, зашибись, глазки твои. Вон там еще две брони. Ой, зашибись. А где трупы? Сразу. И аптечка, реклама, смотри, какая это. Реклама баунти сразу спала. Бишфштекс дали нам. От жары укрылся. Что там у нас? Чё-нибудь. Спальные места, да? О, для двоих. А кабанчиков не боитесь? Так. Побежали. Они их жарят вечером. Ловят и жарят. На костерке. О, патроны появились. А чё я не могу целиться? А, понятно. Потому что я иду. Этот мудак сзади оказался. Подожди, а что там? Найди путь наверх в информационный центр. Блин, всё. Ну, я показал, что там кто-то есть. Можешь очки одеть и узнаешь точно. Нету очков, я не могу их включить. Блин, что, на машине, что ли, ехать? Сможем мы поехать? Есть два вида очков, правильно? Одни очки... Ой, какое дерьмо, мышью еще сделали. Одни очки, которые... замечают людей всех живых, а другие очки ночного видения. Правильно? Вот я тебе говорю про очки, которые обнаруживают людей. Да? А ты говоришь, у нас их нет. А два как? Раза мне уже говоришь. А как я их могу? А, ну понятно, я думал. А чё, нам туда ехать, что ли? Да иди ты нахер, задолбал уже. Хуй нахер! Уйди. Чего там такое? Там точно кто-то есть. Да? Я думаю, что, наверное, в ангарах-то точно кто-то должен быть. Ну, в общем-то, почти угадала. А чё, мы опять сюда пришли, что ли? Ух, нихера себе. Какие у нас тут запасы? Что? I got something over here, I got. Весело, чего? Весело. Отовсюду. Пошел ты взад, мудак. Вот это я встрял. Пошли сюда. Как они меня видят?
А где тот ружбас? Тот ружбас. Нихера себе, вот это ружбас. Без глюков. А там же стоит кто-то, видишь? А почему мы можем попасть в него? Да уберись ты, потный бинокль. А куда нам? Хуя нам. Все заметили. Да? Кто? Кто заметил? Ух, нихера себе, что это так быстро-то? Кто это? Ух ты. Ты что такой быстрый? Это нереально. Ой, зашибись, аптечка упала. Перезарядка. Лучше бы. Блин, мы никуда не двигаемся. Потому что, наверное, всех надо подстрелить. Ой, как хорошо, запасики взяли. Блин, а тут, подожди, жубас-то какой? Что здесь такое есть? Что здесь? Вот это такой же, как у нас, вот это, да? Да. Это что за херь? Это лажа, ну понятно. Ну, еще патрошек. Да, патрошек. Пустую потратил. Блин, куда нам топать-то? Ну давай тапы. Найдите путь в информационный центр. Что здесь, спальные места нахрен? Mm-hmm. А как же нам найти их? Обойти, что ли, эту хрень? Почему закрыто? Ты что, мы карточку не взяли? Вот нам сюда, правильно? А если мы туда поплывем, что, труба будет? Да давай ты быстрее иди туда налево. Великая китайская стена. Похрену пошли, если не скатимся. Перезарядочку. А то мы все на ветер выкинули. Ай, ёб твою налево. Перезаряжаться. Ну чё ты уплыл-то нахер? Забирайся ты, ё-моё. Не хочешь забираться? Акула сейчас сожрет нахрен. Блин, не хочет хиромант. Да подожди, ты не прыгай. А, цель уже здесь. Она там, внутри. Но нам никак не попасть туда. Видишь? Вот, мы уже что-то здесь. Там есть кто-нибудь, как думаешь? А? Возьми очки и посмотри, есть там кто или а, нет. А, точно, очки забыл. Я забыл. Вот мы здесь уже. А муж не здесь. Хи-хи-хи. Специально сделали. О, сохранение еще одно. Хе-хе. Иди обратно, короче. Почему обратно? Ну, до звонова, что ли? Ёб твою налево. Что здесь такое, трава, что ли? Да перепрыгнуть же человек мог нахер. Ну, было сохранение, хорошо. Туда бессмысленно идти. Там, да, что-то? Блин, я нихера не знаю, как туда попасть. Да давай быстрее ты идешь, как. Все, ракетницу взял, чтобы он еще медленнее шел. Ну и че, значит, облом, да? А как нам туда попасть? Ну ёб твою налево, а. Можешь, где у нас сохранение было? Далеко или здесь? Ну ты там много всех перебил, на самом деле, лучше. Только что сохранение было. Да. Ой, геморрой. Ну зачем ты патроны стреляешь? Да похер на них, на эти патроны, возьмем еще. Да, я найду. Игра легкая. Кого ты найдешь? На, ищи и лажу эту вонючую время. Забрался куда-то вообще. Тратить на эту порожняк, на эти ходьбу долбаную.
Вот нахера это делать? Ну зашли бы, убили кого-нибудь. Что это, путь найти еще какой-то им нахер? Ну смотри, сколько туда идти-то нахрен, кабец. Слышишь, Трайгина? Да срал я на этих Трайгинов. Пошли взад. Они вообще где-то есть. Что ты спустился? Можно было там поверху пройти. Ой, геморрой. Ну открыли бы ворота и пошли. Карточки нету. Ворота закрыты. Человек бы взял бы, да перелез бы. Нет. Хорошая погода здесь всегда. Там быстрее пойдешь. Иди по краю. По краю там shift можно включить. Ты даже туда забраться не мог. Вот здесь можно идти. Вот так вот как-то облокачиваясь нахер. Просто жми вперед и все. Видишь, быстрее идет немного. Тут геморрой. О, смотри, стена какая. Ну что, забери. Давайте через текстурку. Ну зайди через текстурку. Ну конечно. Как собака покопаем. Под заборчиком. Время только протратили на это говно, блин, ходячее. Протратили? Да. Жесть. Ну я бы перелез и все. Ну что здесь за лажа? Что это? Аэроплан найти надо взаду у кого-нибудь. Вот, ну перелази и все, кабдес. Да может будет забраться, а? Есть? Ну что ты, ну забрался, да и все, кабдес. Что за геморрой ты тут нахер? Вот лестница нахрен. Убей меня, убей себя, ты не изменишь ничего. Чё ты поёшь это? Чё ты поёшь эту фигню? Вот и игра нахрен. Ты не изменишь. Чё ты поёшь эту фигню? Зачем ты её поёшь? Вон, получайте, трах генов. Трах тебе дох. Давай, нахрен. Играй дальше. Не ты буду нас, играть. Ты у нас стреляешь? Я уже отыгрался полугры, теперь ты играешь. Да. Вот и встреваю. Да. Что у нас здесь? Жесть, зря шли нахер. Где ночки? Ночки? Где на очки ходил? Другой. Очки ночного зрения. Не это, вот эти дерьмовые. Ну иди по канатам и все нахер. Ой, жесть. Жесть, трубовешалка нахер. Где тайм? У тебя. Ты его забирал у меня. Понятно, я забрал. Что мы там покраснели? Не знаю, выпил пива много. О, а что ты спустил? Стреляй. Откуда? Чё ты? Чё ты делаешь, нахуй? Задолбал ты уже. Чё ты так испугалась? Это же Трахген. Он всегда хочет оттрахгенить. Чё ты очки не настроишь? Я очки настроил. Где он у нас? А, здесь хранение было? Да. Очки настраивай. Где эти очки лечь? Ты хочешь лечь там? Где очки? Многопользовательская игра. Зашла. Очки ночного видения они назывались. Бинокль? А, вот ночного видения вот это. Давай, какой О там у нас было. А, ёпта налево. О. Во нахер. Всё. Сработало. Взад идите, я пойду по своему пути. А где пушка-то? С чем он легче идет? Вот с этим. И что здесь? Я нас... Ох, там кто-то стоит? Да, там кто-то стоит. Как он быстро убежал. Убери эти очки нахер! Очки не убираются, не слушай. Ача-ча. Нихера, чего вас там так много?
Кобзец, разбудил, что ли? Разбудил, его? Точно. Сел! Зашибись, смотрите, мы его посадили. Сынок, сядь, кобзец, смотрите, на лавочку. Да не надо сбивать, да я случайно. Надо подойти, посмотреть. Там еще мудак, ты чё? Еще, а вот этого. Ой, я устал. Блин. Два шага пробежал, устал. Ой, мудак, чё ж ты ж там всё гавкаешь, задолбал. Ну где ты там уже, а? Где ты? Где ты? Ух, зашибись. Стреляй, стреляй, пока не сдох. Нихуха себе! Такой зашел тогда спокойно. Да жесть! Нас очень сильно запасают, и мне это вообще не нравится, если честно. Как или это? Разработчик. А это что такое? А? Что это такое? Что это? Да иди ты нахер! Какой-нибудь шокер или что-то такое? Да припадок ты! Что это такое, нахер? Хорошо, давай сделаем так. Что это? Ух, шокер! Ты. Да нахер, нахер он мне нужен. Не, шокер не буду брать пока. Напишите, что там с шокером, как он вообще, нормальный, ненормальный? Может, его все-таки надо взять? Ух ты, ёпта, наверное. О! Тарзанка, а что нажать? Flying Fox. Ой, поищи! А еще бы помедленнее или сохранение, что-то? Быстро нахер, дайте. What was that? What this? Тебя заметили. Тихо. Вот именно, что прячь. Получи зад. Бади, иди ты нахер своим бади. Нечего зевать, потому что... Чё там бегает? Там их миллион бегает, сразу тебе говорю. Ну все, тихо. Не рубите. Вон там сбоку, там. Кого хочешь, выбирай. Тихо, блин, аптечки не взяли. Где козел? Мне неудобно кобзец играть. Блин, уроды, а. На, играй, на. Вспомнилась игра Рэмбо. Давай последний раз доиграем. Видишь, я правильно пошел, все-таки не надо было туда вниз идти. Там труба упала. Ну ладно, зато весело получилось. Ну давай быстрее, красная хрень ржавая. Да как же там стратегию, какую принять, если там много? Что делать, каким ржбасом? Чё? Ну его нахер, тогда здесь мы остановимся, всё. Ну тогда здесь остановимся, да, нормально, мы прошли, вот там заборчик, все дела. Подписывайтесь на канал, ставьте Европу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки, всем удачи, пока, с мировоззрением. Пока.